сейчас видно хорошо. Ну, слава тебе, Господи, слава тебе, Господи, слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Сергей, у меня просто к тебе просьба большая. Я тут это самое, ну так получилось в жизни, что я вот одинок, и нету жилья, и ничего. И вот молюсь Богу, и тут чувствую какое-то приближение, какой-то катастрофы в жизни моей и вообще в стране, и какое-то спасение. Я в ВКонтакте нашел батюшку, и чтобы общину создать у меня на участке. Я живу в Пскове, это самое, во Пскове живу. У меня участок, я его купил, ну, дешево. И вот строю домик, у меня нет средств, чтобы до конца доделать. Никак не могу, на работу не берут, у меня прописки нету. А где работаю, меня это самое, деньги не дают, обманывают, тут на стройке работал. Ну и вот, тут батюшка приехал, и я чувствую, что он, ну нету духовности у батюшки. Ну не такой, какой-то он, ну какой-то левый, какой-то не то. Да, прости Господи меня. Прости меня, Господи. И я не знаю, вот сейчас он ушел, там, это самое, моей бывшей жене, это самое, осветить квартиру. А я вот написал тебе, посоветуй, что мне делать, пожалуйста. Ведь сейчас же много аферистов в интернете и все. Они же могут совсем в другую сторону. Ну, скажем, вот какую-то общину создали, а это может быть не община, а секта какая-то. Или может быть какой-то... Сегодня никаких нету общины, никто никакие общины не создает, потому что это невозможно сегодня в наши времена. Что такое община? Община предполагает это единый разум, понимаете? Это, да, люди, да, да, да. Это люди, находящиеся в едином разумении, одинаково думающие. И там не может быть никаких разногласий. Что такое община? Вот дореволюционные, революции, как люди жили. У людей было общее хозяйство, то есть общее поле, да, на котором одни сеяли, другие пахали, третьи жали, четвертый там коров пасли, понимаете? Все, да, люди, да, у каждого было расписание. Сегодня сатана настолько разобщил людей, вот, каждый будет тянуть на свою сторону, каждый будет стараться сделаться главой над тем человеком, понимаете? Из-за этого происходят, да, раздоры друг с другом. А вы думаете, вот первые люди пытаются создавать уже около 30 лет на Руси общины. Вот, всячески их сатана разделяет. Да не только сатана, сегодня и власти работают на разделение. То есть, если каким-то там сектантам они дают соединяться, вот, то православным они. Сегодня вот стадо какое-то создали, допустим, или коров, или свиней, или гусей, да, летят вертолеты, сеют какую-то заразу, видите, и стада, да, заболевают, да, приезжают медслужбы какие-то, делают прививки, уничтожают этих животных. Сегодня невозможно создать ни фермерское хозяйство, ни общину никакую. Это все так, фикция. Есть и очень грамотные, богатые люди, которые по нескольку раз пытались создать общины. Это невозможно. В России сегодня, да и во всем мире это невозможно. Сегодня идет власть государства, власть тьмы, можно сказать. Вот. И, ну, да, человеку не дают продохнуть. Сегодня, наоборот, идет централизация, собрать людей в города, чтобы над людьми можно было легко ими управлять, чтобы людям внушали, чего покупать, чего не покупать. Понимаете, чтобы у людей не было настроения. Но сегодня сеют патриотизм, такой ложный патриотизм. И люди, во-первых, не знают Господа. А если человек Господа не знает, то и там ничего не может быть. Если человек не знает Господа, он не слышит голоса его. А если не слышишь голоса Бога, то ты идешь под руководством дьявола. И все. Так что это... Не надо, а зачем она община? Создал там свой участочек какой-то, да и трудись на нем потихоньку. А зачем она община? Ну да, 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 Сереж, но это самое, тут он создал общину, и откуда-то они переезжают,
И он говорит, что у него какие-то там миллионы, там какие-то там непонятно что. Я говорю, да мне не нужны никакие миллионы. Я хочу душу спасти, я хочу, чтобы, понимаешь, чтобы духовность была в общине. А я чувствую, что ну, у него ну, нету никакой духовности. Да, вроде и Петрохиль одета, вроде я у него сегодня исповедовался, а у него нету Евангелия и креста. И я думаю, вот я исповедовался, он на меня и Петрохиль накинул, и я ему вот рассказываю, он разрешительную молитву прочитал. Но надо же потом-то как-то это все, и это самое Евангелие поцеловать, и крест как положено, у него этого нету. И я тут сомневаюсь. Как священник, начал сомневаться. Священник вообще в этих делах, он не может участвовать. Сама каноническая деятельность священника, она запрещает ему создавать какие-либо дела. Священник может только прощать грехи, и все. Дана ему власть только прощать и разрешать. Он должен жить на подаянии, на пожертвовании. Священник – это духовный чин такой. Он должен быть в постоянной молитве находиться. Вот. А так, чтобы создавать это какой-то ложный, там пастырь у вас объявился, да и все. Вот я и говорю, и я начал сомневаться в этом, понимаешь? Я настолько начал сомневаться, я чувствую, что что-то тут нету духовности в этой. Таких сейчас мошенников, их полный мир. Сейчас каждый второй стремится на злых делах себе устроить жизнь, на горе чужого человека. Я посмотрел там их лозунги, под какими они выступают, вот эта их организация. Они просто ищут, выискивают одиноких людей и обирают их до нитки, и все. Это и из того разряда. Это называются волки в овечьих шкурах. Он и священника, и элементарно возьмите, наберите в интернете. Таких, ну, да. Таких священников в московской епархии нету даже. Понимаете? Ну да, да, да. А он, я начал сомневаться впервые, когда он приехал, переступил порог, я попросил знакомого, чтобы... Он приехал, он даже ему денежек не заплатил, а у меня денег нету. И вот когда мы в монастыре, он там что-то покупал в лавке в церковной, я ему 100 рублей, да, он просил. Ну, думаю, отдаст потом, а у меня последние 100 рублей. И он мне не отдал, пока ему не напомнил, вот тут, пока я ему обличил его, я ему все высказал. Я говорю, ты никакой не священник, а ты вот это облачение носишь священническое, а на самом деле ты волк, ты обманываешь людей, и Бог тебя за это покарает. Зачем ты так делаешь? Я за тебя Богу буду молиться, чтобы Бог тебя вразумил. Так делать нельзя. Вот я ему это вот объяснил. Ну вот я и хочу, надо сейчас я этот ролик сделаю, выставим, чтобы другие люди просто не попали под его и все. Да, таких, да, да. Таких людей надо их... Обличать надо и показывать миру, потому что есть женщины старые, там в основном, которых они и на квартиры раскручивают, да, и пенсии, да, забирают у них, и все, что хочешь. Да. Он мне говорит так. Вот я тут, понимаешь, Сереж, я вот тоже, понимаешь, меня тянет к Богу, я хочу, но я падаю, потому что я греховный, у меня столько грехов, я падаю, я не могу, я хочу. А у меня нету никого, чтобы духовные темы поговорить. И я, когда он приехал, я с ним давай разговаривать, рассказывать ему вот это все, как я у батюшки побывал, у этого самого Николая Гурьянова на острове Зальта, как вот у меня благословил, как мне хорошо стало, что он мне глаза открыл, ну там все. А он говорит, ой, мы этим, это самое, вот не верим никому, у нас есть старцы, мы только вот советы берем у старцев в горах, которые живут в горах. Там на Кавказе. Ну, думаю, ладно. Понимаешь? Вот он говорит, мы сейчас Кирилла не поминаем, мы вот поминаем только Иринея и вот советами пользуемся старцев. И вот тут начал он такую говорить ахинею. Ну... Люди, которые вот именно вот Николай Гурьянов, там и другие наши святые, которые вот до недавних жили, это люди, которые имели непосредственное общение с Богом. Для них не было никаких авторитетов больше, для них никакой там епископ, ни митрополит, для них ничего не значили абсолютно. Для них было главное общение с Господом, и кроме Господа больше не было никого. Они не посылали там, сходи там к тому, к другому, они общались с самим Богом.
Вот, поэтому нам сегодня да. ни начертаний надо бояться, ничего такого, а нам надо бояться грехов наших. Мы если даже вот от одного греха какого-то не избавимся в нашей жизни, да, мы уже не наследуем Царствие Божие. А что там говорить о каких-то чипах? Если мы не избавимся, допустим, от злобных мыслей каких-то, да, если простить кого-то не сможем, а написано, что ничто нечистое в Царствие Небесное не войдет. Да. А что значит нечистый? Да. Это человек, который не поборол хотя бы какой-то грех свой один. Поэтому это все чипы, это все лукавый сатана сегодня людей крутит, чтобы отвести людей от покаяния, чтобы люди не задумывались над своими грехами. А человек, она и осуждает там, и проклинает, и колдует, и по гадалкам ездит, и боится чип принять. Что ты его чипы боишься принять, если ты всех в грехах насквозь прописан? Да, 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 да. Вот я и говорю. А он потом мне говорит, да, вот я у Николая Гурьянова, это мой, это самый духовник. Ну, такую, ну, не знаю, я, может быть, и правда духовник у него был. Но я, поскольку знаю, что я этот святой человек, я был у него, и он меня благословил, Сереж. И когда я уже, вот я курю, и вот он меня благословил, я уже на пирс, нужно, жду я уже, сам он благословил, мы уже должны отплыть на берег, а там на автобус. И я закурил сигарету, у меня сигарета отлетела. И я просто обалдел. Я просто думал, никогда такого не было. Сама просто отлетела со рта. Мне так хорошо стало. Дух Святой ко мне вошел. Мне так было хорошо. И чувствую, что мне всех людей жалко. Мне прям плакать хочется. Я вижу, что там молодежь сидит, а молодежь, там девушка на парне сидит там на коленках. А тут бабка стоит, и ей место не уступает. И вот так, понимаешь, вот это все. Но, правда, недолго было это чувство, такое чувство. Я просто летал. О, какое благословение было у старца мне. Вот этого состояния надо искать. Понимаешь? Если ты не стяжал этого состояния, тебе Господь на короткое время открыл его. А нужно научиться жить в этом, понимаешь, состоянии. Чтобы оно у тебя и день, и ночь, и каждую минуту в тебе присутствовало. А для этого надо заповеди исполнить. Господь сказал, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. А кто заповедей Господних не исполняет, тот не наследует вечной жизни Царствия Небесного. Тому старания в этой жизни бесполезны все. Непонимание опять духовник, да? И это кажется, что вот духовник. Духовник это называется отец. Это вот как, почему мы называем батюшки, да? По сути, никто, никакие они нам не батюшки. Батюшки, апостол Павел как говорил, я родил вас благовествованием во Христе Иисусе. Это вот есть человек, от которого ты научаешься и узнаешь Бога. Он и является тебе отцом, он является тебе духовником, и ты, по сути, являешься его сыном духовным, да, он тебе отец, потому что через него тебе открылся Бог, он твой наставник и духовник. А это то, что сегодня называют духовниками, это все ничего не значит. Конечно. Абсолютно. Но так это и видно, что он даже со мной не мог на духовные темы разговаривать, ему это не надо, он спит до 4 часов, я рано встал, думаю, сейчас помолиться, вроде как неудобно, батюшка тут спит. А главное, лег так, вот тут у меня иконы, ну они простенькие, ну и что? И он ногами прям к иконам лег, так нельзя ложиться, так только покойника ложат ногами вот к иконам. Надо головой ложиться вот сюда, к образам головой, а он неуважение такое, ну это разве батюшка? Я ему это говорю, а он, ой, мне так удобнее, ну удобнее, ну и удобнее. Так жить нельзя, ты же батюшка, ты же ведь рукоположен. Как-то должно быть какое-то уважение к святыням-то. Ну как это так? И вот тут это все накапливалось у меня. Вот тут у меня сколько вот тут? Понедельник. Нет, я же не помню. Дня два у меня побыл три. И за эти 3 дня я просто 100% уверен был. И тут я после твоих слов я больше и больше уверялся. Мне потом хватило, что мы поехали в монастырь. И он начал всех монахов поносить, и там плохо, и вот тут плохо, и сюда в монастыри ходить нельзя, и в церковь ходить нельзя.
ну куда же ходить-то православным людям? Я понимаю, ты там есть люди, которые там, может быть, в каких-то там сообществах, там это, в братствах, там в общинах. А простые-то люди, они же не знают ничего, они же тоже, если среди них очень крепко верующие люди, они же тоже хотят спасения, они же ведь ходят. Зачем ты так хаешь-то русскую церковь? Нельзя же так. Ну вот я им это все и высказывал. Но слава Богу, что он от меня уехал, и мне стало легче. Слава Богу, я вот это молюсь один, и вот и акафист тут читаю, и все, и так хорошо. Мне как-то как будто какая-то камень упал у меня с плеч. Что я вот наконец прозрел, и я бы ушел бы с ним. Непонятно, может, я где-нибудь работал бы там где-нибудь, непонятно что. И непонятно, на какого дядю. Что я там делал бы, куда они этих людей собирают, что там они делают, я сам не. Меня еще, знаешь чего, очень сильно меня тут смутило факт, что он, говорит, первый раз я тут в городе Пскове. Ну, я ему показал такую обзорную экскурсию небольшую, все так и сказал, то, что я знаю. Ну, и вот. А потом тут как-то начались звонки, он звонит кому-то, звонит, тут какие-то люди, давай приезжать. Он говорит, а где тут школа 12? Я говорю, вон там, пойдемте покажу, батюшка. Я его отвез, тут какие-то машины подъезжают, тут какие-то он общается с ним. Я начал думать, а как это тут человек приехал, не знает города, и тут уже какие-то люди к нему приезжают на машинах на дорогих. Что-то вот не то. Я почувствовал, что-то вот не то. И тут у меня заболело сердце сильно. Думаю, ну что-то тут не то. И поэтому Бог дал так, что я вот тебе позвоню, понимаешь? А он-то сам из себя ничего не представляет. Он ставленник его. Сейчас же да. Много таких организаций, которые вот работают как раз, ну, они есть те фонды, которые, опять же, вот сейчас с инвалидами как работают, да, берут где-то инвалидов, опять же, договариваются, их выставляют по точкам в городе и собирают. И вот таких вот лже-батюшек, их тоже, как бы, у него вроде вид такой благообразный, да, он такой похожий. Вроде. Вот, и их учат, как дурить людей надо, и все. А ему чего? Ему главное привлекать людей, а там тем уже вышестоящим уже виднее, что с людьми теми делать. Может быть, да. Скорее всего, так оно и есть. Потому что я почувствовал сразу, что отторгнуло меня. Вот обычно вот духовный человек, с ним общаешься, приятно общаться. Хочешь на духовные темы так уговорить, мне же приятно душе, как елей на душу. А с ним мне нечего говорить, потому что он приехал, то есть сидит, да, я забыл сказать, он же бутылку водки купил. И начал вот водку, ну, думаю, ладно, и я выпью. Я маленько выпил с ним, говорю, батюшка, как же мы будем с тобой молиться, вечерние молитвы читать? А он говорит, да, ну, ничего страшного, мы с тобой и так почитаем. Я говорю, как же, так нельзя, это же грех. Мы с тобой выпившие, и тут будем читать в пьяном виде молитвы. Нельзя же так, я не буду читать. А как, говорит, на службах, когда в Пасху или какой праздник, мы, говорит, выпиваем и молимся, и ничего. Я говорю, ну, просто так нельзя. Или как так можно молиться? А сейчас они мне ВКонтакт пишут на мою страницу и угрожают мне. Вот почему ты батюшку позоришь. Я не знаю, откуда они это все узнали. А кто писал? Вот этот Джон. Вот этот Джон, как его. Он, конечно, не Джон, а его Дима зовут. Он сказал, мне батюшка запрещает настоящими именами там ВКонтакте писать. Мы все пишем чужие имена. И никто не знает, кто там они, что там они, как их зовут. Я-то по-простому, как обычный простой человек, я же не спрашиваю ни документов, ничего. Он сказал, его зовут Джон. Ну, думаю, как бы Джон, как-то это не русское имя, как-то что-то. Я говорю, ну как тебе просто? Я говорю, Дима зовут. Ну, говорит, это секрет, нам батюшка запрещает говорить и писать имена. Мы и батюшка тоже вот это приезжал, он что-то секреты какие-то, постоянно секреты, куда-то ходит. Туалет, говорит, где туалет? Я ему показал, он бежит с телефоном, один телефон, второй, звонит туда-сюда. Не понимаю, что тут, что-то скрывает, что-то тут, понимаешь, вот это все. И начал спрашивать документы на землю мою. Ну и вот. Я ему показал, а тут же думал, а может он меня обманет? Ну и вот. И потом я эти документы раз-раз вот так и положил. Я бы, понимаешь, я хотел бы очень-очень хотел бы... Это самое, такую вот общину настоящую православную, очень, я мечтал об этом. Но я понял, что нельзя. Сейчас вот сам мне сказал, что сейчас общин-то таких нету. Попадешь
Ну, заряди в интернете, проверь легко, вот набери православная община, ты ничего не найдешь, нету. Есть вот, есть семейные, под Москвой есть несколько общин, у меня есть знакомые люди тоже, которые пытаются и пытались обустраиваться в этих общинах, никто у них там не уживаться не может. Сегодня тяжело очень людям, люди сегодня все как бы имеют большие знания, вот, ну, потому что много источников знания, вот, и людей одурачить сегодня сложно. И человек каждый, он научен по-своему, вот, потому что сегодня взять под свою опеку кого-то очень тяжело. Люди всегда имеют свое мнение, и поэтому тяжело образовать какую-то общину. Это должно быть безусловное подчинение, как бы, своему хозяину, ну, своему старости, можно сказать. А подчиняться никто не хочет. Ну да, да, да. Никто не хочет подчиняться. Он говорил, что у нас очень строго, у нас вот монастырь мы будем строить там где-то. Но он где-то в Детсковской области, ему дали землю. Он мне показывал потом документы тут какие-то в садоводческом товарище. Где-то ему 60 соток дали или сколько там. Где, откуда он так быстро это все взял документы, вот это смотрит, говорит, там какие-то деньги. Кто-то звонит ему. Я слышу обрывки фраз. Ага, тот перечислил 1 600 000, а тот перечислил 1 000 000 там с копейками там. И вот так он все это... Тут видно, что тут эта батюшка занимается не общиной, не духовными какими-то делами, а собиранием денег. Собиранием и денег. Понимаешь, вот это все. Обманом людей. А ну, потом он куда этих, куда это людей? Вот он говорит, у нас, говорит, с детьми, говорит, люди есть. Я даже не знаю, может, и правда есть там это что-то такое. Где у нас, говорит, вот сейчас. Все, если у кого-то что-то есть, тебе показывают или фотографии, или видео показывают. Бумаги я тебе напечатать, какие хочешь, могу. И какие штампы. Нет, он мне ничего не показывал, он мне просто говорил. Он говорит, у нас вот секретно, очень секретно. И мы, говорит, будем где-то в лесу, наверное, ближе к лесу. Почему он спрашивал у меня участок, и есть ли там лес? А я говорю, рядом у меня вот лес. Около моего участка совсем рядом лес тут есть. Он говорит, если что, говорит, нам мы будем прятаться в лесу. Я, ну, хорошо, ну, хорошо. Вот, я говорю, участок, вот у меня все. И вот он все время искал те участки, чтобы был лес большой, густой, чтобы не видно ничего. Вот это все, понимаете? Может быть, что-то такое там у него. Кто его знает? Прятаться надо в духе сегодня, в Боге прятаться, а Господь от всего защитит. А спрятаться в нем можно, только освободившись от грехов. Если мы освобождаемся от грехов, мы приближаемся к Богу, на Его духовные вершины. Это духовный Иерусалим называется. Мы поднимаемся в гору к Господу, освобождаясь от грехов. Только один путь. Ни в каком лесу никто не спрячется. Да, я это самое, вот у меня тут знакомые друзья есть. Есть очень, да, которые и пьют, и греховные есть. И я им это все это... благовествую, я им объясняю. А они как спят, а у них как глаза вот пеленой закрыты, а они не понимают, что я им говорю. Они не понимают. И достучаться до них очень тяжело, понимаешь? Я стараюсь это делать. Некоторые понимают, вот туда, да, я говорю, пойдем в церковь сходим, давай помолимся вместе. И начинают это все говорить. Главное возвещать Слово Божие. Это как написано в Слове Божьем, что сеющий, поливающий – ничто, а все взращивающий Господь. Мы слово бросаем, и неизвестно, какой плод это слово принесет. Возможно, человек вспомнит это слово через 5-10 лет, и оно даст такие ростки, что мы себе даже представить не можем. Но говорить надо всегда. Да, 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 да. А ведь недаром, вот я где-то в Библии читал, по-моему, да, вот что будут... Первые будут последними, а последние будут первыми. Понимаешь? Вот они будут, может, последние, а они вот в последний раз раскаются. Нужно потрудиться для Господа. Почему мы называемся рабами Божьими? Я же говорю, вот многие себя называют, я раб Божий, раб Божий. А я всегда спрашиваю, а что ты сделал для Господа, чтобы называться рабом? Раб – это тот, кто трудится безустанно для Господа. Чтобы назваться рабом, это очень великое звание, раб Божий.
И вот еще, Сереж, вопрос у меня. Подскажи мне, пожалуйста, как спастись вот сейчас? Вот как мне сделать? Что мне делать? Как спасаться? Сдавать ли документы? Я получил ННН и СНИЛС вот этот, пенсионный. Что мне? И паспорт. Сдавать мне вот это? И как мне жить? Как спасаться? Что делать? Да не надо ничего сдавать. Надо с Господом найти отношения. Надо личные отношения с Господом найти. Научиться слышать Его голос в сердце своем. Вот тогда будешь слышать голос Господа, Он тебе, как написано в Евангелии, придет, научит и наставит во всяком деле. Если будешь слышать голос Господа, Он тебе будет подсказывать на каждом этапе твоей жизни, куда тебе чего делать. А эти вопросы так не решаются. Снился там ННН, это все. Ну, по большому, конечно, счету лучше от города уйти куда-нибудь подальше, чтобы без бумажек жить при лучине. Во-первых, если не будешь иметь бумажек каких-то, да, сейчас земли просто так ее не займешь где-то. Но если ты где-то только в горах или где-нибудь в пустыне, а так сейчас вся земля принадлежит государству, к тебе приедут, спросят с тебя налог на землю, ты обязан будешь платить налог. Вот, если тебе не будет никаких бумаг, тебя из земли с этой выведет, понимаешь? Да, я понял, Сереж, спасибо. Хоть мне под... А то мне некому подсказать, нету такого. Вот я одинок, живу один. И я вот живу вот в этой комнате, я просто ее занял, она пустовала. И я ее занял в общежитии. Тут вот благоустроил, иконки повесил, и молюсь Богу. И тут Бог меня держит, и слава Богу, и уже второй год живу тут, понимаешь? И вот так в моей жизни всегда. Вот 12 лет вот так я живу, то там где-то. И всегда мне Бог дает жилье. Не было такого, чтобы я без жилья остался. Тут пошел, я помолился, женщина принесла мне вот мешок картошки. Слава тебе, Господи. А я только удивляюсь, я только удивляюсь. Вот, понимаешь, вот так вот. И поэтому я хочу уехать в деревню и там жить своим хозяйством, потому что времена, тяжелые времена. Времена, вот приход Антихриста, и оно уже наяву, я это ощущаю. Я это ощущаю. И я боюсь вот этой, сильно боюсь печати. А с другой стороны, я один, и мне одному, я даже не знаю, может быть, кого-то, может быть, клич пустить, чтобы кто-то со мной жил в этой деревеньке, или как. Нет, это уже 52-й год идет, да мне ничего не надо. Не надо никакие кличи, на эти кличи только соберешь себе проблемы на голову. Сегодня нельзя ни с кем, никому, ничем доверять, только с Господом и все. С Господом отношения. Да, да. Вот. А то, что начертание, его все начертания это примут. Что такое начертание, в первую очередь? Люди вот сегодня понимают, это там под кожу чип, да? Но не это главное, начертание. Начертание, в первую очередь, ставится на умах людей. Вот. Ум людей – это отвращенность от Бога и приверженность сатане. Начертание – это вот как раз поклонение этому миру. Это вот в первую очередь телевизор, там, рекламы всевозможные, супермаркеты – это все. Это и есть начертание. Да, да. А чип – это уже будет как бы, она как пробка в бутылке. Это уже все запечатано, и ты будешь как бы… Да, уже все. Это уже последнее, это уже все. У нас единственное мерило одно, как в Евангелии написано, два слова – покупать, продавать – это вот как бы такой относительный измеритель, относительный. Когда не будет то, без чего нельзя ни купить, ни продать, вот тогда уже начертание. А ты имеешь, да, без него можно покупать, продавать – можно. Имеешь паспорт – без него можно покупать, продавать – можно. Вот когда будет именно то, без чего нельзя, когда отменят наличные деньги, вот тогда уже, да. Нельзя это принимать будет. А пока это не... Конечно, постоянно надо находиться в мнении. Как ты думаешь, сколько еще продлится вот это время до принятия антихриста? Сколько осталось? Много времени еще или как? Мне кажется, что совсем уже близко это время. Я по большому счету не хочу сроки ставить, потому что наше поколение к чему подошло, да, мы вот заботимся только о себе, но у нас есть дети еще. А на это как раз сатана и падок. Вот наш век, он не заботится, наш сегодняшний век, вот живут под каким лозунгом?
после да. меня хоть потоп, да, хоть пожар. А зачем нам так думать? Мы в первую очередь не эти вопросы должны ставить, а вопрос, как нам, наоборот, продлить это время, чтобы спаслись и наши дети, и наши внуки. Вот. А да, когда, да. Когда мы будем думать над этим, мы в наших силах это время отдалить, время Антихриста. Нам сегодня нужно ходить вот по миру, допустим. Какая первая задача христианина? Это призывать всех к покаянию. У нас единственный вопрос сегодня в мире – это как можно больше привести людей к покаянию, покаяться. Когда Иоанн Креститель вышел на проповедь, он первым делом призывал к покаянию, к исправлению путей. Вот сегодня, вот, ну раньше еще 30 лет назад, взрослые все равно имели власть какую-то над детьми, да? Все равно вот на улице где-то вот ребенок что-то там шалит или там матом ругается, его взрослый обязательно остановит и научит его, да, или делает так, или за ухо там его к отцу отведет, да, да, да. Или в школе к директору. Сегодня же у нас такое попустительство и к детям, к нашим, ни наших детей нету, все дети наши, все они нам родные, это да. наше будущее, наше, как да. бы, а, вот, и мы будем в ответе за то, что мы детей наших упустили. Дети, они ни в чем не виноваты, что они сегодня вот такие разболтанные, развращенные. Это мы попустили это, чтобы они стали такими. Вот максимально на этом не ждать того времени, не вычислять то время, а максимально стараться исправить ситуацию. Вот, и это в наших силах, а не в наших... Это в наших... В наших силах, не в нашей власти знать времена и сроки, так сказал Господь, но в нашей власти отдалить это время или приблизить его. Вот над чем да, надо думать да, и да. работать. Ну вот еще один вопрос, Сереж. Вот это самое в церкви сейчас можно ходить? Говорят, тут приняли ННН, и там нет благодати. Правда это или нет? Как тогда молиться? В церкви-то как же не ходить? Алексей, допустим, я бы не советовал никому вот сегодня смотреть, вот идет пропаганда это в интернете, да, вот по поводу ходить, не ходить. И опять же, мы, если Христа имеем в сердце своем, нам Христос подскажет. Конечно, сейчас много храмов таких, где, ну, священники такие, можно сказать, безблагодатные, да, вот как ты рассказываешь за это священник. Опять же, помолись, тебе Господь покажет священника и церковь, которую можно пойти и причаститься. Понимаешь, поисповедоваться. Вот, ну, да. Господь все покажет. Времена храма и священники будут до последних времен. Вот, нам главное от Господа не отдаляться, а Господь Он приведет и на то место, и покажет тех священников, которые будут до конца времен. Главное с Богом не терять, да. найти и не терять отношения, и все. И все Он покажет и подскажет. Его Дух Святой. Да, это очень важно, это очень важно. Сереж, ты меня очень сильно просветил. Я буду за тебя Богу молиться, большое тебе спасибо. Ты мне просто очень много глаза открыл, спасибо тебе большое. Я, пожалуй, пойду, у меня тут время. Можно иногда я с тобой буду общаться, потому что мне очень необходимо вот такое общение. Да, только там в скайпе предварительно напиши это, потому что я не всегда здоровье бывает тоже. Хорошо. Спасибо большое. Богу. Спасибо. Спасибо, Господи. Богу.